Такого вы еще не слышали. Ненецкая телерадиовещательная компания готовится к запуску собственной радиостанции «Север-ФМ». На новой частоте вы услышите совершенно иной контент, который принципиально отличается от того, что звучало из ваших радиоприемников раньше. Авторские программы и рубрики, живые радиоэфиры, а главное — море качественной и популярной музыки. Привет, это прямой эфир на Север-ФМ. Радио Север-ФМ уже месяц звучит в тестовом режиме. На частоте 103,5 в Нарьян-Маре, на волне 102,0 в населенных пунктах округа. 1 апреля радиостанция переходит в полноформатное вещание и обещает своим слушателям качественно новый контент. Север-ФМ – это совершенно новое радио, абсолютно нового формата, которого еще не было у нас в округе. Во-первых, у нас будет прямой эфир. Это будет непосредственный интерактив с нашими слушателями, потому что у нас будет обратная связь. Это звонки в прямой эфир. Также у нас есть короткий номер наш, на который люди смогут присылать нам сообщения, писать. То есть мы хотим на новом радио быть максимально приближены к нашей аудитории. Те, кто уже настроился на волну Север-ФМ, услышали совершенно иной музыкальный формат, принципиально отличающийся от того, который привыкли слышать на региональной частоте. Север-ФМ – это гармоничный микс русско- и англоязычных исполнителей. Радио наше будет музыкально-информационное, и формат радиостанции Hot IC, то есть это ритмичная, популярная музыка, отчасти очень много хитов. То есть хитовая радиостанция с ритмичной музыкой, и делиться все это будет 50 на 50 – то есть 50% русскоязычной музыки, 50% англоязычной музыки. Также будут присутствовать в часе голдовские хиты, вот это 20-летней давности, 10-летней, то есть которые очень знакомы многим нашим слушателям. Север-ФМ уже звучит в радиоприемниках жителей Нарьян-Мара и еще 16 населенных пунктов округа. Пока в тестовом режиме, что не исключает ошибок. На данном этапе могут случаться сбои. Техническая служба работает над качеством радиовещания. Сейчас мы производим тестовое вещание. Основная задача этого периода – это найти ошибки в тракте. То есть, начиная от эфирной аппаратной, заканчивая передающим центром, мы должны найти слабые места и их исправить. Для того, чтобы в последующем, на многие-многие года, мы жили без проблем. То есть вот начали вещать уже в хорошем качестве. Появление собственной радиостанции – это большой шаг в развитии ненецкой телерадиокомпании. В отличие от вещания в эфире сетевого партнера «Дорожного радио», которое предполагает врезки радио «Нарьян-Мар-ФМ» в определенные промежутки времени, «Север-ФМ» будет вещать на своей частоте 24 часа в сутки. Что касается радио «Нарьян-Мар-ФМ», то оно сейчас прикрывается на время, пока на 3 месяца. Дальше мы будем смотреть, что с ним делать, потому что содержать 2 радио – это дорогое удовольствие в сегодняшних экономических условиях, поэтому мы пока не способны. Но я не думаю, что мы потеряем каким-то образом аудиторию, которая слушала дорожное радио «Нарьян-Мар-ФМ», потому что радио «Север-ФМ» будет сформирован определенное время для музыки, для музыкального наполнения, для программного наполнения, именно то, которое слушало в свое время на радио «Дорожное радио «Нарьян-Мар-ФМ». Поэтому там будут и новые программы, и переформатированные старые программы, которые выходили на дорожном радио. Напомню, в полноформатное вещание радио «Север-ФМ» выходит уже 1 апреля. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, телеканал «Север».